Всем доброго, здоровья, привет, аппетит, сейчас кушать, с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня будет игрушка под названием Bloodroots. Да, в общем, это демо-версия замечательной игры, которая фиг знает когда выйдет, но тем не менее ее стоит ждать, потому что у нее офигенная рисовка и геймплей. Задача какая? В общем, нужно лупить всех подряд, у вас одна буквально жизнь, можно брать все предметы, и это реально мясо. Поэтому пошлепали. Сейчас Мишка все покажет. Да, в общем, мы идем сюда. Классик, да? Да, просто будем проходить. Нам нужно найти какого-то черного волка, не знаю, с чем это связано. Сюжет никак... Мистер Блэк Волк. Да-да-да, никак ничего не описывается. Будем разбираться. В общем, все, поехали. Здесь очень красочные атаки, точнее... Да, отлично. Так, просто берете вот. Все подряд, колышки, там еще что-то. Морковкой это... можно было, наверное, убить. И даже. Морковка, может, где-то морковка. Капец. Ладно, стул я взял. Так, очень стильно, модно, молодец. Вон топор. Топорик, топорик. Так. Блин, я думал, я на ней качусь. Все. Блин, только единственное, реально, сложно довольно-таки, потому что прицелься. Один удар и все. Вот все, поехали. Так. Давай, Мишка. О, ты можешь даже так. Да. Капец, а в костер кого-нибудь можно? Сеном? А, ты, я иду, хотел взять. Ты, как бы, оглушил, все, сейчас, поехали. Ну, скажем так. А уже потом должен был добить Блин, его. Блин, все нормально? Пес, ё-моё, слушай, а здесь прикольно в этом плане. Можно вещей нормальных пособирать. Дом разваливается. Класс. Ничего не скажешь вообще. Выглядит офигенно. Все, стулом расфигарил. И довольно-таки так, непросто, скажем Ого! Так, потому что реально... Ты что только не творится. Один удар и все. Блин, не показали, как я его раздавил, но тем не менее. Так, есть какая-то уточка. Уточка? Пойдем с уточкой. Уточкой тоже убить можно? Не знаю, сколько здесь всего есть. Давай попробуем уточкой. Все, да. Уточка свалилась. Точно. Вазой. Вазой, так. Лестницей. Короче, все, лестницей. Что вам попадется под руку. Сейчас. А вот, это колеса. Так, это что, шпага? Сам, давай. Ну, или там, да. Так, это что такое? Это что такое? Ха! Ха! Отлично. Просто кровище, конечно, дофигище. Кто не любит кровь, эта игра не для них, естественно. Так, конечно, ладно. Конечно. Хорошо, кстати, что здесь, ну, как-то сохранение, получается, есть. Ну, и, да, значит, здесь контрольный пункт. Все сначала. Так, дай-ка саблю возьму. Да, возьмем. Видно, что система... А там еще, кстати, одна была, если что, на пеньке. Все. Некоторые вещи, смотрю, бросаются. Ой, загорелось. О, класс. Нифига себе, внезапно. Прикольно, один горелый чувак там путешествует. Так, один удар. А, все. Последний. Так, нам наверх. А, нет. Слушай, как двоих одним ударом. Было, здесь, походу, много народу. Сейчас. Ну-ка, здание просто разобраться, здание... здесь можно. Нет, походу нельзя разрушить. Так, а это что у нас? Пушка это... какая-то, Миш, может надо ворот... А, нет, слушай, это что походу... надо сделать? Ой, нифига себе. Вот этот поворот. Капец лещанский. А, да... Слушай, заставка внезапно закончилась слишком. Согласна. Все, выбрасываем. Супер. Как это вот штука? Офигенно. Стой, погоди. Ого, нифига себе, по дереву потом. Ребят, Блин. Вы видели, то есть это демо, вариативность но, чересчур да, большая. Как бы, рыбёхой на голову. Многообещающий. Лещанский его убил Всё. В прямом смысле слова. Вот это что за штука? Капец. Зацепляется за всех. Класс. Дерево можно уронить или нужно смотреть? Стой. Скорее всего... Срезал и побежал. Ой. Жесть, ну тут даже в каком-то смысле можно растеряться. А еще, мне кажется, тут будет кайфово даже просто самому вот перепроходить уровни. Ну да, здесь очень много всего в плане Да, вариативность убийств. Просто так, гигантская. Хорошо, дальше-то что? Кто-то еще, видимо, остался в этой местности? А, да. Так, все, го. Понятно. Что-то потемнело. Что-то недобро здесь. Так. Как деревце. Могли бы, как сказать, включить свет. Хотя бы, чтобы дойти. Может потемнело, быть, тем временем потемнело как скоро бы. Скоро здесь появится Во. Вот этот черный волк. Чтоб деревья странные. Это какие-то следы, может быть, или что, или это светлячки. Непонятно. Что... Вот, вот этот черный волк, который привиделся. Прикинь, это басарь. Так. Теперь мы хотим Теперь его мы, да. А потом мы будем черным волком. Не знаю. А, вон я. А может, я не хочу убивать? Да, кстати. А что, если... Не, слушай, но у него игра на топоре не, кровь, не дает. Поэтому явно Всё, он не белый, пушистый. Фига себе. Началось с этого и закончилось все. Фига себе. Воу-воу-воу.
Так, у нас начисление очков есть. В общем, здесь оказывается только вот эта одна карта. Юлю мы запустили теперь сражаться в каком-то челлендже. Но смотрю, здесь ничем отличается. Просто хочется узнать теперь, как справиться с этим Юля. И все-таки вариативность большая. Бери так, морковку. Я могу что-нибудь взять? Стойте, дайте реально морковку. Все, морковку взяла, если что. Так. Управление. Слушайте, я... даже удобнее. Вот-вот, я и хотел так, сказать. А что... тут был раньше этот, как его, какой-то топорик. А, слушай, а может отличается карта? Или нет? Я уже, если честно, так, не помню, отличается. Морковь! А, блин. Все, морковь одну атаку тут. Ай-яй-яй, он мертв. Все в порядке. Можно колышки. Да, это та же самая карта. Вон нет, а как-то. Вон курица. Оп. Ты ему даже не дала с ним убежать. Разместите. Юля с прыжка почему-то любит всех. А мне нравится. Ай-яй-яй. Вот так вот. Был бы прыжок. Давай, и не бей больше. Понятно. Юля не может людей пощадить. Ну как это? Они злодеи. Вот видишь, они меня не щадят. Опа, жалко, что его оружие нельзя забрать. Да, здесь можно разобрать, оказывается, любое там здание или еще что-то. Вот видишь, надо обязательно подбирать. Давай, Юля, аккуратненько. Так. Одно было, все, я же тебе говорю. Да. Давай, у тебя еще нужно комбари набивать, то есть. Так, смотри, не промахнись. Хорош. Капуста. Ну давай капустой. Морковкой. Юля чисто овощами. Рыбкой давай. Рыбку, ну а что? Смотри, рыбу, отлично. Так, это что, у нас спина кружка? Что можно взять-то? Вот. Хорош. О, как это было офигенно. Аккуратнее, просто главное. Все. Курица. Все. Отлично. Класс. Слушайте, игруха, дайте мне взять. А у тебя вон уточка есть. Ну, а я хочу со столом. Хорошо. Пошло дальше дело. Так, вот что, а вот эту птичку можно взять? Странно, что... Чувака. Капец. Все, блин, я хотела взять просто, как сказать. О, пирожком просто. Пирожком? Блин, Юля еще едет, так еще придает ли честь. Осторожно. Нет, все-таки. Видал? Просто меня не убить, а я могу давай, поджечь. Давай, давай, иди, а то еще, может, сгоришь сама. Все, хорош. Так, что это так. Яйцо? О, хорош. Yes. Так, рыбочка, давай, иди сюда. Так. У тебя еще много рабов. Здесь только пилить. А чем отпилить? Вон банки какие-то. А я могу это и отпилить, видал? Разрушил. Иди сначала снизу разве. Там вон еще люди есть, Юль. А, ну ладно, да. Аккуратно. Кстати. Хорош, одним ударом двоих. Такого еще не было. А слушай, видал? Здесь уже пушки нету, Юль. Кстати, да. Здесь немножко по-другому. А как мне? Как мне забраться? Да погоди, снизу посмотри, что там находится. Может, там что-то еще есть. Ну, здесь элементарно нужно просто по зданию забраться, и да, все будет спасибо, хорошо. Спасибо, Миша. Да, да, Юль, только не умри. Тебе осталось... Ого, шашлычком. Что это такое? Ой, Юль. Ого! Он таранит неплохо. Адский шашлычок. Да, разобралась со всеми. Сейчас есть походу... кто-нибудь? А здесь уже в темноте никого нет. Это та местность. Ну вот. Здесь... Ну вы видали, как я всех уделала? Юль, даже... Так, так, так! Но смотри, странно, что не... Я его шашлычком сейчас шашлычком зашинкаю. Походу. Не, все-таки, мне кажется, это... Блин, сабля. А почему сабля? Офигенно. Ну ладно, давай, атакуй саблей, как говорится. А все тут ничего не сделаешь, никак ты не обойдешь этот момент. Ходы! И все. Четыре раза мужик вздрагивает за это видео. И можно посмотреть. Блин, я представляю, как эта офигенная игрушка да, будет. Нажми ее в продолжение и посмотрим. Ну ты неплохо. А с минусом? А с минусом даже слушай, лучше, а у тебя было бы. Да, я хуже сделал. Вот ладно, так, ребят, будем ждать полную версию. Пишите свое мнение, как вам эта игрушка. Стоит ли ее ждать? Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока!